И что мы тут имеем? И что мы тут имеем? Посмотрим, водичка там есть, чи нема. Вода есть. Перчики. Мы будем его садить сейчас. Я это потом поговорю. Ух, и погода сегодня. Главное, чтобы дождя не было. Это главное. Позиция. Темнее, светлее. Вот так вот. Что умеем, то имеем, короче. Чё любит картошка. В общем. Готовим грядку под перцы. Я траву потом повырываю. Хорошо. Я на это даже не смотрю. На воду. На эту траву я даже не смотрю. На после. Это такое. Так. Меня интересует сейчас другое. Так, все. Я беру. Где будем начинать? Оттуда бить? Да давай уже тут стоишь. Что тут? Отсюда? Ну да. Может оттуда пойдем бить? Оттуда? Да. Чтоб отсюда садить? Да, вот так вот два ряда. Два ряда? Да, а здесь что-то другое. Давай, наверное, туда, значит. Ну, пошли. Идем. Пусть они стоят. Угу. Да нет, все равно, что туда придешь. Да. Ты можно было бы бить и сразу садить, например. Да. Смотри. А можно побить, а потом идти оттуда и садить. Это просто что? Это, мне кажется, немножко... Ну, давай. Отсюда? И сразу, и сразу садить? Нет, я сейчас набью лунки. Туда пошли, оттуда лучше. Он тут стоит. А эту траву я убью. Пацаны, надо ведро, ведро все равно потом туда переносить. И карась, захай стоит. Чего его тягать туда-сюда? Да. Сонечка, эту траву я уберу. Хорошо. Ее не будет. Мне главное сейчас посадить. Вот перец я... О!
Соседка пришла. Уже жук сидит на картошке. Да? Ага, на вот сей. Это, кстати, Петя на картошке выросла. Ага. Пару штук. 24. Че даже не три. Да, все. Ты снимаешь, да? Да. Сейчас будем садить с тобой. Сейчас и посадим. Так, вот. Да, я придумаю, что посадить. У нас хватает сил. Может, мы еще с тобой пойдем еще докупим. Можно будет, да. Ты тут. Треть грядки получилось всего лишь. Да. А посередине ничего не можно? Нет, чтобы и продувало его. Продувало. Можно было бы укроп мы посадить. Дома садили укроп густо, можно. Но... Да, мы дома садили густо, но ряды широкие. Угу. Это то же самое, как некоторые садят по два. Вот прояснилось уже, смотрю. Да, сейчас будем осадить. Хороший, да? Да, красивый. Только солнце не было. Да. Это такой травы не было, больше была маленькая. Ну, вот уже я ее потом уберу. Ага. Сейчас я пораскладываю. Вот это. Ну я в понедельник приеду, я уберу. Тут такая погода, дождь начнется, но главное я высаду. Ну да. А то, Сонечка, приедешь на огород, ты его не узнаешь. Он будет весь чистый. Весь чистый. Я его уберу. Нам главное посадить его в землю. Количество смотри, это бы же в разных пакетах оно было. Нет, это тот большой, тот тоже зайчик, он... Ну, главное, чтобы... Главное, чтобы они не... Они же, если они не пыляются, то без разницы. Не, они не пыляются.
Просто я не помню, где какой желтенький. Вот и все. Ага. А сорт тот самый. Просто... Не, я понял, там же по цвету ты бы 10 только красных. 10 только желтых. А, 10 желтых? Да. И 40, только... и 40 красных? Да, и 40 красных. Ага. И все. Я понял. И все, зайка. Так, знаете, аккуратненько водить. Да, 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 да. Пум-пум-пум-пум-пам-пам-пам-пам. Сидять. Жуки. Ох, и жуки. Может, лунку чуть-чуть поаккуратнее, чтобы было. Нет. Потом. Да. Ну, просто чтобы широко было, да? Ну, пространство для. Да. Або густо в ряду. Густо в рядку. Надо с той стороны чуть-чуть лунку. Чтобы было, может вытекать на дорогу. Я не буду идти. Не буду идти. Распалить и все, да? На сегодня. Положи меня, пожалуйста. Ну да. Это будет тут цибулька. А? Это все цибулька будет. Жинь-жинь-жинь-жинь. Аж там, где до бурьяна того основного. Тут кабачки. Тоже. Зеленый аэронавт, да, называется? Что-то такие. Кабачки. Цукини, аэронавт, по-моему. Кабачок. Нет, он, по-моему, цукини называется. Да? Угу, зеленый. Семена, я не помню. В сумку я положил тебе. Длинный ряд, а тут два коротких ряда. Золотинки желтенькой. Хорошо, свежо. Картошка. Угу. Вообще. Вообще. Все. Слушай, туда сколько руку не протяни, хоть брито перец высаживай. Это же вообще, он, ну, не, зай, серьезно. Ну да. Яма. Это, наверное, я не знаю, он подъедать может перец или нет. Вот просто я не знаю этого. Не знаю. Не, ну правда, это же вообще. Просто ушла еще вода, а здесь точно, да? Смотри. Угу. Зай. Ты видишь? Угу. Ой, боже мой. Это вообще. Слушай, может он чем-то таким поливал, что кротов можно завести? Да, ну. А что это такое? Ну, где же везде. Он и везде был, и раньше. Так что нет. Зайчик, ну что делаем? Ну, давай ты чуть-чуть цепь удали, и все, и хватит.
Да, и хватит, потому что болото тоже не надо. Ну, да. Нужно, да. Ну тут долей, да и вот эти. Чтобы они тоже больше поднялись, да и все. Да, да. Да, будем собираться. Конечно, они сидят. И вот этот ряд, наверное, и все, да? А? И вот тут, посредине которой, да, и все. Да. Давай, я пол ведерка, наверное, наберу, да? Хватать. Да, все, больше поливать не будем, потому что нас не будет. Ну, хай дивляться. Я что? Я имею в виду, что... Я ему чем-то должен? Муравьи? Чи нет? Нет, солнышко, я имела в виду, что... Обошлись без его. Мне на него все равно. Человек сам строит свою судьбу и свои отношения с другими людьми. Да. Нагады, ну тут, значит, твои проблемы. Хочешь с собой нормально вести, веди. Не хочешь, ну... По-людски, да? Да, твоє право. Найдуться другі люди, які будуть себе хорошо вести. Да. І порядочно. Еще чуть-чуть взять. Я думаю, чего. На вот эти крайние, на эти последние. На вот эти сколько штучек. А, да, тогда немножечко взять. Ой. Немножко взять. Угу. Может, с полведерка я туда уже долью, да? Хорошо. Видишь, они уже поднимаются, солнышко. Да, да.
И крайненький. И крайненький, да и все. Да, зайчик? Угу. Я думаю, я не знаю, идти поливать, потому чтобы вода не стояла, понимаешь? Да, надо, хватит. Много.